Пародия на Twitch. Все стримеры и все форматы. Ну это пиздёж. Не все стримеры и не все форматы. Кукота. Давай посмотрим, так уж и быть. Меня там нет, ну что поделать. Все равно посмотрю, ладно. Да даже не думай. Ну давай. Что, смотрим Twitch. Ну заебал. Да погоди ты, ну что ты душнишь сразу? Мы уже год ничего не смотрели на Твиче. Может, там появились какие-то новые форматы, я. Новые стримеры, не знаю. О, я. Окей, ладно. Подрубай палец. Это последний раз. Да, все, все, хорошо. Последний раз. В смысле последний раз? Меня не было. Хумус? Hey, guys. Good evening. It's Drake for my live stream. Какой нахуй Дрейк? God's play. Стоп! Стоп, стоп, досмотри до конца! LOL Steam Market — это торговая площадка, где бот проверяет каждый аккаунт на работоспособность, а также собирает актуальную о нем информацию. Сделка пройдет гарантированно честно, а если возникнут какие-то проблемы, то на каждый аккаунт имеется как минимум 12 часов гарантии. Ссылка в описании. Клянись, это же Дрейк. Он что, тоже стримит? Да, в 8-взятом скваде. Походу. В Еблан скваде, да. А что он играет? Типа... В КС, в Доту. Нет, в Казик. Клейк. So, ladies with gays. W's in a shot. W's in a shot. Bros bought me the head for the stream today. This is my alter ego. Anita Max Wien. Anita Max Wien. What the fuck is this hoodie game, bro? Ну, треки у него лучше получалось петь. Здорово, час, здорово, здорово. А, это еблан на головокомоле, да? Да, здорово, здорово. Короче, рассказываю, что вчера было. Решил я, в общем, сесть на ПП питание, да? Вы меня уже заебали с тем, что я жирный. Я взял себе листья, курочку отварную, там помидорчики, огурчики, все как надо. Пришла, короче, доставка. Ну, я смотрю в пакет, а там Мак приехал. Вы прикиньте, это пиздец, перепутали, походу, в доставке. Ну, я и не стал жаловаться в поддержку, Биг Мака уебал и забыл. Мак, привет. Здорово. Я очень восхищаюсь. Спасибо, твоим брат. Творчеством. Ты очень... А нормальный стример тут будет, имеется в виду там пародия? У меня к тебе вопрос. Почему ты не сказал, что играл главную роль в сериале «Свинка Пеппа»? Сука, долбоем, ну я не жирный, это так свет на меня падает, ты понимаешь? Мамка у тебя жирная. Недостаточно сильно орет. Понятно? Привет, Марк. Я твой фанат. Здорово. Смотрю все твои стримы. Спасибо, вопрос, брат. Зачем ты встречался с Аней, если ты пи***? Сука, осуждаю тебя, идиот ебаный, хватит мне такое донатить. Марк, здорово. Ты хоть привет, и жирный, и уебищный. Но мы тебя любим. А у него реально такие донаты? Слушай, брат. Главное, что ты не... Долбоёб, ты что такое говоришь? Мать твоя, не... Блядь! За это не банят на Твиче? Ну, вообще банят. Ну, не знаю, почему-то не его. Может, он как-то правильно осуждает, пролетает. Понял. Чего, блядь? Нет, и порево на весь экран он тоже осуждает. Да, я правильно понимаю? 52. Окей, хорошо. Давай следующий. У меня два вопроса. Пожалуйста. Первый. Почему у него такая уебищная прическа? Согласен. И второй. Да. Что такое 52? Судя по стриму IQ. Все, переключай. О, база. А это что такое? Привет, ребят. Я очень рада, что вы со мной. Ну что, во что сегодня будем играть? Спасибо большое за донат. Что это за стример? Ша. И что это за анимешница? О, это, кстати, новый формат на Твиче. В Ютубе. В общем, суть в чем. За кадром сидит стримерша. Не видел таких. Вместо себя она показывает вот такую вот красивую анимешную картинку. И разговаривает таким милым голосом. Короче, очень сексуально. Не, ну да, неплохая. Ребят, хуйня. А вы чего не донатите? Без вашей поддержки мне совсем грустно. Я вас очень сильно люблю. Жду ваши донаты. Бля. Бля. Ебать, так вот кто сидит за кадром все это время. А мне даже больше начало нравиться. Все, переключай. Сука. Здравствуйте, дорогие друзья. Дилар, ну не смотри, ну мне нравятся очки, но я не хочу снимать, пожалуйста. Ну что, дорогие друзья, мои боевые картофелины, мои корочки с пяток, добро пожаловать на премию Slay. Сегодня мы будем награждать самых
креативных и достойных стримеров в их номинациях. О, смотри, это же премия Slay. Слышал о ней? Сейчас будут всех стримеров награждать за их заслуги в этом году. Типа стримерский Оскар, да? Типа того, да. И сейчас у нас очень важная номинация. Восходящая звезда года. Кто же заберет этот приз? Прямо сейчас у меня ответ в конверте. Номинантов было очень много, но... Выигрывает ее... Сударь! Что? Что за хуйня? Мы что, в теремке или что? Что происходит? Кто это, блядь? Да! Да! Найс! А, ёб на рот. Поздравляем! Что? Как он выиграл? Даже не ебу, кто это. Тоша, спасибо. Не знаю. Диманчик, по-братски я тебя прошу. Ну, один постик хотя бы в Телеграм выложишь? Нет. Ну, пожалуйста. Нет. Ну, тогда хуй тебе, а не заброшки, понятно? Ладно. Сейчас выложу. Спасибо. Какой ты нахуй прорыв года? О чем ты вообще? Мне передашь статуэтку. А это кто? Ну шо, сегодня распаковка тачек нахуй. Даже кто это? Зубарев? Это, блядь, Зубарев, а чё так волос много на голове? Ля... Мазела в тачку превратился, я в ахуе. Не-не, там какой Мазелов, он постоянно про меня говорит. О, это Хесус в Америке, блядь. Ебать, ля! Стафилококк ожил. Понял? И про него сняли фильм, да? Круглый с глазом, нихуя себе! Ля, 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 ля. Ну это мы уже видели. Ну чел опять фильм смотрит. На онлайн посмотри. 52 тысячи! 52. Огромных елдака лежат в подвале у меня. Ладно, короче, все эти фильмы это хуйня полная. Я недавно нашел такой фильм. Ну, это лучший фильм за всю историю. Что там за сюжет? Что там за спецэффекты? Что там за актеры? Ну, это что-то с чем-то, реально. Короче, сейчас покажу. Я вам говорю. Сука, что за кадры? Это пиздец. Ты просто посмотри, ляй. Ой, сука, я не могу. Реально, ну это что за фильм? Ой, кубиками нарезал, сука. Губка Боб, ты ёб твою мать. Лучка туда, сука. Ой, как складывает. Ой-ой-ой. И сложила. Да-да, давай, детка, да. Гандон, блядь, жрать хочется. Все, сука, я не могу. Не, ля, это пиздец. Это лучший фильм. Не, все, я не могу сидеть. Сейчас я свои серые штаны... Я готов, давай. А это кто? Короче, чат. Это кто? Меня так заебал уже никотин этот, я просто зависимая кто тварь. Это, блядь? Поэтому все, я четко решил бросить курить. Аж кутишки эти ебаные, сигареты. Я не курю уже сколько? 13 минут. Это полный пиздец, это просто невыносимо. Это вот, ну, это пиздец. Я больше ни грамма никотина в свой рот не возьму, все. Но вот единственное, что бесит, это нервы. Блядь, постоянно начал нервничать. Вот просто пиздец, вот до трясучки на вот этой вот постоянной. Блядь, да ёбаный в рот. А, он на массажере каком-то сидит, я правильно понимаю? Ну, видимо. Вот, стрей. Как репушка добили. Пошел с ебалом, блядь. Динайм. Ля, сука. Ой, блядь, хелп. Кто тебе фармить разрешал, старая ты, нахуй? Ах, ты лгнишь, ты шпацирный солдат! Домой, домой! Сейчас ему Сату Муравейник должен пару банвордов закинуть. Ой, Не, ну это вообще какое-то говно беспонтовое. Ну просто чел какой-то обычный сидит, играет в доту. Все, я переключаю. Погоди, самое веселое начнется, если задонатить. Спасибо за 500. Привет, Олег, я к тебе с предъявой. Какая предъява, сынок? За что ты сбил мою мамку? Я осуждаю!
Ай, максимально долбоёб, нахуй. Пошел нахуй со стрима, не несу, сука. Передай своей бабке, блядь, что я теплицу завтра сожгу, нахуй, с огурцами вместе, блядь. А ты, сука, сидеть на них будешь, нахуй, просить прощения. Пошел нахуй. Спасибо за 500. Голосовуха. Олег, привет, привет. Спасибо тебе за стримы. Хочу тебе спеть песенку Сабдвач. Сабдвач. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Дядя, максимально ты, дура, ебаная, нахуй. Я надеюсь, твоя мамка, сука, тебя за эти слова, нахуй, в детдом, блядь, сдаст. Будешь там парашу драить, понял, всю жизнь, нахуй. Ты приемный, пошел нахуй со стрима, понял, блядь. Проклинаю, нахуй, проклял тебя, долбоеба, нахуй. И твою семью, понял, блядь, долбоеб ебаный. Вот как надо реагировать на банворды. Вот я теперь так же буду делать. Нахуй пошел. Нет, ладно, это смешно, смешно. Ага, блядь, с моего телефона закинул. А это кто? Hey guys, welcome to my stream. Блять. We are going to play Дилара. Some games, you know. Don't forget to donate me. Стоп, она без лифчика? А, понял. Да, кстати, это новые правила Твича. То есть, какие-то слова у нас под запретом. А сиськи показывать можно. Слушай, ты так пиздишь, как будто я эти правила создавал. Все, смотрим. Нахуя такой? Блять. Ой. I'd love to make art, you know, guys. So interesting. А, то есть вообще никакой цензуры, да? Просто на весь экран ее сиськи. А, так погоди. Это категория боди-арт. Между прочим, кстати, это искусство, если ты не знал. Рисунок на голом теле. А Twitch, между прочим, свободная платформа. А под... если я на своей голой жопе буду рисовать, это будет тоже как боди-арт, искусство? Поддерживает все виды искусств. Хорошо. А ссылка на OnlyFans, это тоже искусство? Ну, конечно, да, там тоже своеобразное искусство, да. Ну да. Приключай. А, ой, блядь. Ну чё, здорово, сосунки, как дела, ёпта? Дерзко здорово. Я, здорово. Конечно, всё понимаю, но ты мог бы вы... Ой, блядь, не та кнопка, что ли? Блядь. Да ебать. Ёбаные, блядь, не будем их ебать. Да заебал! Блять, я не понимаю, он на взлетной площадке стримит или чё? Чую, блять, вертолеты летают постоянно. Майлстрой. А чё, не зиги нахуй? Тамаев, блять? Тамаев, иди нахуй! Ты дед нахуй! Твой век прошел, блять! Ха-ха, хуя, даже голос похож, окей. Нахуй, дед, ебась. Советская хуйня, блядь. Что ты можешь после боя сказать? Ну, это, блядь. Просто выйдет мой боец на бой, нахуй. И Тамаев будет просто делать, нахуй, все его удары. Он будет, ну, типа, хавать, блядь. Просто... Ебать, я, вот это реально похоже. Хавать, нахуй, люто, блядь. Долговики, блядь, на рабочем столе. Ой, блядь. Ну ты все, нахуй. Алло. Алло, блядь, все. Блядь, алло. Алло, Андрей, там есть варик, короче. Казино предлагает 3 миллиарда фиксу. Кстати говоря, Ченский может использовать нейросети, чтобы подделывать голос. Вот, например, тут голос очень похож на Малстрою. Но мог, например, скопировать голос через нейросеть, через программу, сделать голос там любого стримера. Так. Все, ладно. Последний деп, нахуй. О, это же этот, Малстрой. Блядь, давай. Он у меня в ТикТоке в рекомендациях постоянно. Заебал уже. Ну, слушай, неудивительно. Он недавно запустил конкурс. Там, если сделаешь с ним ТикТок, и он наберет 1 000 000 просмотров, он тебе скидывает $200. А че мы еще сидим тогда? Пошли снимать. Чё снимать? Спасательный круг, блядь. Чё, ты совсем идиот? Тиктоки снимать пошли. Ну давай хоть посмотрим немного, чтобы понимать, что снимать вообще. А, ну да, кстати, чё он стримит-то? У меня сегодня Зилара, нахуй. Полетела полоска, нахуй. Давай.
бус, бус, ам, 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 ам. Ебалочку, нахуй, ты спел. Сука. Это я на кик, о, что? О, бомжа, нахуй. Ты уебище, нахуй, гнилое, блядь, 100x, нахуй. Он реально Казик подрубил, чтобы записать пародию. Мел, тебе нужно отдохнуть от Казика, ложь. Ебать. 100 тысяч рублей за 10 спинов. Жизнь в недвижку. Что? Мой тебе совет. У меня 50 миллионов долгов, нахуй. Завтра отдавать уже, бро, мне уже отдавать 10 миллионов долговику. Вот. И ты, когда я, нахуй, я, блядь, проебал твою, нахуй, квартиру за стрим, нахуй, проебал, блядь, твою машину, нахуй, за стрим, блядь. Ты мне даешь советы, нахуй? Все, алло, Стрим закончился, блядь. Все, давай, давай, давай. Домой, нахуй, давай, давай. Не понял. Алло. Что это, голова? Здравствуйте. Вас беспокоит менеджер казино на ёба.нет 2x4 топора. Готовы предложить вам сотрудничество. 3 миллиона фиксированная оплата. Боровы. Хочу сказать, что... Ну, я дал все долги. А мне можно такое предложение? Сейчас по тихой грусти. Да в 4 ляма. Вот. Будем развозить. Нормально. Бус, бус, пошла возня, бля. Полетела. Сука. Что же там делаешь? Да. Тикток выложил. Ты чё думал? Ну, 315 просмотров. Сколько он дает? Так, 315 тысяч это получается... Просто 315 просмотров. Всё, не позорься. Давай, давай дальше. Согласен. Так, не, ну вот с Мулстроем, блядь, вообще заебись вышло. Стинт? Так, мистер Би что-то выпустил. Это частный остров! Че, сука! Ой, все, дальше, дальше. Реально? За 250 миллионов! Не, ну как я знаю, он постоянно на паузу ставит и, блядь, комментирует даже там, где не нужно. Как я, поверьте, далеко даже не как я. Я еще так, типа, хуйня. Я так за весь видос пару раз на паузу поставлю. В мире этим начинаю понимать, что не... А если вам интересно, где вы и ваши друзья будете спать на этом острове... Ну где здесь можно спать на этом острове? Ну, мне кажется, там должно быть каких-нибудь 6 роскошных хижин, где спят и люди, и обезьяны. Ну, к примеру. То над водой построены 6 роскошных хижин, в которых живут и люди, и обезьяны. Да я, блядь, не готовился! Ну я не готовился! Эта хуйня сготовился, она вообще-то от меня пошла. Алло, блядь. Я не смотрел! Алло, ты меня со Стиндом, что ли, перепутал? Я не смотрел! Я не смотрел, я честно говорю! Я не готовился, честно. Мы рады, что вы у нас в гостях. Надеемся, что вы от души повеселитесь, только ничего не сломайте. Йоу, надо хоть что-то сломать. Я бы на их месте сломал вентилятор. Ну вот, сразу бы поломал его. Да я не готов. О, привет, я даже не знаю, что нас ожидают. Я помню, у меня была такая ситуация в Египте, когда я приехал, и там уже персонал нас ждал. Если честно, мне... Очень неловко, максимально неловко, когда я куда-то приезжаю, а меня там уже несколько часов ждут. Неприятная ситуация. Всегда чувствую себя неловко, когда приезжаю куда-то, а люди уже несколько часов меня ждут. Я не смотрел. Если честно, Нелли меня уже заебала, вот честно. Постоянно говорит, убери посуду, убери носки, погладь то, погладь все. Я мужик, я не должен все это делать, что за бред? Еще и это каре у нее ебаное, а? Не понял. Что? Ничего. Люблю тебя, котик. Нель. Неля. Нель, подожди. Нель. Сейчас, чат. Нель. Кого-то мне напоминает. Да. Ебать. Чё с камерой нахуй? Ебать, взлом жопы какой-то произошел. Видали, просто раскукурузило сейчас. А, одного австрийского художника. Все, чат, ну хватит мне спамить. Я понял, что это прикол. У меня ничего нет под носом. Ну хватит. Все, я все стер. Что? Так, следующий трек у нас... Чего, блядь, фломастер? Серьезно? Вставлял от Дариана и Дэйби. Хорошо, послушаем. Даже на фломастера пародию сделал, на меня нет. Ты что, сука, блядь? Фу, нахуй.
Заставлял меня сосать, но я тебе не сосала. Заставлял меня сосать, но я тебе отказала. Попросил тебя сосать. Да. Это тренд. Это очень актуальный жанр. Когда тебя уже была. А на других кто здесь, типа, не было еще, что ли? А? А? Меня сосать, но я тебе не сосал. Очень. Нет, ну тогда ладно. Хорошее попадание, хорошие длибы. Я тебя прощаю. Мне нравится. Я прощаю тебя. Тебе не сосала, заставлял меня сосать, но я тебе отказала. Да. Ну это действительно охуенно. Да, давно не хватало такой музыки. Действительно проработанный текст. Мне все нравится. И что теперь, закрой свой рот, закрой дверь. Не буду делать минет, лучше соси. Да давай дальше. Ты пиздец. Это очень сильно, да. Это очень сильно. Думаю, стоит номинировать его на трек месяца, как новый жанр. Вполне неплохо. Неправильно пародия. Надо было сделать так, чтобы он, типа, в словах в этом треке нашел какую-то отсылочку или какой-то намек на что-то политическое. На Украину там, на Россию, на НАТО. И начал обсуждать политику, соответственно. Все переводя в «сами знаете что». Пиздец, это очень сильно. Я не знаю, что сказать здесь. Она любит делать грязь, я наладил с нею связь. Не хочу ничего скрывать, я хочу тебя еб... А-а-а, все. Тут все понятно, все очень хорошо выстроено. Очень интересный, как минимум, за погружение, за атмосферу, за текст, точно 10. Я даже не знаю, что здесь сказать. Оценка, по-моему, достаточно очевидная, это 90. Я не знаю, что может быть лучше, разве что Оксимирон. А так, это очень круто. Не, у Оксимирона слишком много всякого политического. Так, все, хватит. У меня вопрос. А что ты до сих пор не стримишь? У тебя аудитория есть, ты про стримеров много чего знаешь. Так, это намек? Думаешь? Ну да, а что? Не понял. И в роликах мне твоих сниматься не надо будет. Так. Найс. Ну ладно, что, попробую. Все серьезно? Ах ты, сука! Ах ты, сука! Не, ребят, ах ты, сука! Ах ты, сука! Вот же жук. А-а-а. Не, среди всего того, что было в этом видосе, на Мелстроя самая охуенная пародия получилась. Самая правдоподобная, реально. И классная. Я считаю. Ах ты, сука. Ах ты, сука. И Стрей, и Стрей. Блять, получается, крутые пародии получились на тех, где не принимал участие Ченский. Ченский скатился, видишь? Другие люди круче тебя делают пародии. Да. Что это такое? Думайте. И на Стинта? Наверное.